И я хочу сказать, что на 6 октября 1942 года, в самые трудные дни войны, были награждены орденами и медалями 5200 евреев. Всего было героев Советского Союза 131, в том числе 45 посмертно. Светлая память всем павшим солдатам и офицерам. Ценой своей жизни они отстояли эту победу. Спасибо от всех нас за мир на земле. Спасибо государству Израиль, нашей мэрии за сохранение памяти о великой победе во Второй мировой войне. Спасибо мэру Элиду Корскому, заммэру Нюне Рачевскому, председателю отдела абсорбции Алене Айзерберг за организацию и проведение этого мероприятия и за помощь, которую они оказывают нашей ветеранской организации. Спасибо. Я приглашаю к микрофону управляющего общественной абсорбцией в Министерстве абсорбции господина Асафа Гелти. בוקר טוב לכולם. אחינו, הלוחמים הוותיקים, הנאצים, הווטרנים, אדוני ראש העיר, מר אלי דוקורסקי, סגן ראש העיר ויושב ראש ועדת העלייה והקליטה, מר ניומה רצ'בסקי, מנכ"ל העירייה, שכרגע אני לא רואה אותו, עזר חכם, ואלונה, מנהלת מחלקת הקליטה, מנה איזנברג. ויקי שנמצאת איתנו ממשרד העלייה והקליטה וכל מי שנמצא כאן, נציגי ועובדי עיריית קריית ביאליק, ילדים יקרים ובני נוער שאנחנו מאוד 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 אוהבים אתכם ומאוד שמחים שאתם פה ומכבדים את המעמד הזה ואת הווטרנים. Я не буду перечитать все имена, которые назвал Асаф, но единственное, что я хочу сказать, он поблагодарил прежде всего детей, которые здесь находятся, потому что это так важно, чтобы мы передавали вашу историю, вашу жизнь новым поколениям, чтобы никогда этого не забыли. בימים האחרונים, בחודש האחרון, עם ישראל ציין וחגג מספר אירועים, זה חג הפסח, יום השואה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה ויום העצמאות ועכשיו יום הניצחון על הנאצים. За последний месяц мы отмечали много праздников. Часть из них веселые, часть грустные. Мы отпраздновали Песах, нашу свободу историческую. Мы отмечали День Холокоста, очень грустный день. Мы отмечали День памяти Израиля. И на следующий день, конечно же, счастливый День независимости, основания государства Израиль. И, наконец-то, сегодня мы празднуем, отмечаем 9 мая, День Победы, этот великий день. Эруим эле кшурим, овер баем, кешер яшар ве яшир, кехут ашани, ואלו אירועים המרכזיים ביותר בחייה של האומה, בחייו של עם ישראל. ואנחנו יכולים רק להשתומם נוכח הנס הזה שקרה לנו, שאחרי כל התלאות שעם ישראל עבר וההגליות מארץ מולדתו, חזרנו לארץ ישראל, הקמנו את מדינת ישראל, ולא מעט בזכותכם, בזכות הווטרנים, הלוחמים בנאצים. Если вы обратили внимание, между всеми этими датами существует определенная историческая связь. Каждый раз нас отсюда выбрасывали из земли, и мы сюда возвращались. Опять выбрасывали, и мы опять возвращались сюда. И последний раз, когда мы вернулись сюда и основали государство Израиль, это благодаря вам, вам, ветеранам. Потому что только благодаря вам мы выиграли эту войну, и у нас
есть возможность сегодня жить в своем собственном государстве. אנחנו במשרד, במשרד העלייה והקליטה, אנחנו נמשיך לתמוך בווטרנים בפעילות להנצחת המורשת של הלוחמים בנאצים. ואנחנו יכולים להגיד לכם שגם כאן במועצה, ברשות המקומית, בעיריית קריית ביאליק, יש לכם על מי לסמוך, החל מראש העיר מר אלי דוקורסקי, דרך סגן ראש העיר ניומה רצ'בסקי, מנהלת מחלקת הקליטה אלונה אייזנברג. אנשים עושים כאן הכל על מנת לדאוג לרווחה של העולים ולדאוג למורשת של הלוחמים במפלצת הנאצית. Я, представитель Министерства абсорбции, обещаю вам, что мы будем продолжать помогать с различными мероприятиями, будем помогать ветеранам и пожилым людям. И я хочу поблагодарить мэра города, Эли Дукорского прежде всего, и его заместителя Нюму Рачевского. Благодаря этим людям и благодаря их сотрудничеству с нами, сегодня мы могли создать день, это мероприятие торжественное, приятное, я думаю, для нас всех. אני לא אכביר מילים, כי כבר נאמרו פה דברים חשובים, ואני מצטרף לדברים שנאמרו. חשוב לי רק לציין, לא נתעלם מהדברים האקטואליים שמתרחשים כאן במדינה. יש תופעה שבעיניי היא מאוד מאוד נוגדת את הערכים היהודיים, את המסורת והאמונה היהודית, תופעה שנקראת בטעות או שלא בטעות נקראת תג מחיר, תופעה שבתקשורת מכנים אותה פשעי שנאה. אנחנו נגד הדבר הזה. אנחנו היינו במקום, מי כמוכם יודעים, היינו במקום לא טוב של פשעי שנאה וגזענות. אנחנו, זה מה שמבדיל אותנו, את העם היהודי, את מדינת ישראל, את עם ישראל, מהאויבים שלנו. ואנחנו צריכים, למרות הקרבות ולמרות המלחמות שאנחנו נאלצים להילחם אותם, אנחנו נעשה את זה, אבל אנחנו חייבים לשמור על הערכים שלנו, על המוסר, ולא לעשות דברים שהם לא נכונים, לא מוסריים ובניגוד גמור למהות שלנו כעם ששומר על מוסר גבוה. Даже в этот праздничный день мы не можем не обратить внимание на то, что происходит в нашей стране. И поэтому я здесь, этой сцены, призываю вас. Мы должны быть все вместе, чтобы вся эта ненависть, все это было позади нас. Мы должны, как израильский народ, любить друг друга, жить вместе, помогать друг другу. Содружество — это наше будущее. Лесикум. אנחנו נזכור את האחים שלנו שנלחמו בגבורה ושחלקם לא נמצאים עמנו עוד, חלקם נהרגו בקרבות, ואנחנו נמשיך לחבק אתכם הווטרנים. הנה, אפילו היום השמיים בכו על אותם נופלים באופן סמלי. אנחנו נחבק אתכם הווטרנים, ואנחנו מאחלים לכם אריכות ימים, בריאות, וחג ניצחון שמח. Крепкого вам здоровья прежде всего. И сегодня даже погода почитает память погибшим. Дождем. Да. Я приглашаю к микрофону группу Шира Ширим для исполнения гимна Победы. Именно в Израиле. Именно в Израиле этот гимн звучит особенно значимо.
Мы все вместе поем гимн. Солдат, их ратный труд и мужество воспеты, и пусть мы чтим немало разных дат, величественней нет, чем День Победы. Вот почему смотрю на ту звезду, что засияла ярко в 45-м.
Среди тысяч звезд ее всегда найду. Победа для меня навеки свята. Ланахат зерим ани мазмина. Для возложения цветов приглашаются мэр города Кирьят-Биарика, господин Эли Дуковский, и заместитель мэра города, господин Нюма Рачевский, от имени мэрии Кирьят-Биарика. И Вики Берри от имени Министерства абсорбции. Госпожа Евгения Резницкая и господин Авраам Хайкин от имени Совета ветеранов. Господин Лазер Мушкат от имени участников войны. Госпожа Тамара Эдельман от имени блокадников Ленинграда. Госпожа Пустынь Фрида от имени узников гетто и концлагерей. Госпожа Рая Фейгина от имени тружеников тыла. Госпожа Майя Михайловская от имени вдов и сирот. Господин Игорь Гнесин от имени офицеров запаса. Господин Игорь Бейкер, пресс-секретарь Организации Союза ветеранов Северного округа. Молодежи, ученик школы Псагот. Прошу остаться стоять для исполнения государственного гимна. Лешират ха-тиква ха-каал митбакеш ла-амших ла-амуд. Колот ха-лева, ха-ни-ла.
благодарим за внимание. Праздничное мероприятие окончилось. Там Атекис. Автобусы будут в 10:30. Вика, откуда? Уже стоят автобусы.